Друзья, приветствую вас из Одессы. Мы вместе с котиком вас приветствуем. Всем доброго утра. Чижик у нас завтракает. Ну а котик уже успел поесть. Он быстренько расправился со своей едой. Да, котусик? Вот такой муркет у нас появился соседский. Здесь дают еду, и он здесь успевает быстро поесть и нежиться на солнышке. Ну, оно у нас с утра еще немножечко свежо, но солнце уже поднимается все выше и выше. Петухи кукарекают. В общем, день начинается. И я сейчас иду, наливаю свой утренний кофе, потому что немножечко еще свежо с утра. Буду завтракать. Ну и вам желаю хорошего дня. Присоединяйтесь. День начинается. Ну а я приступаю завтракать. У меня, как обычно, кофе с пенкой, творог со сметаной и с медом. С вот таким вот вкусным медом. Сейчас перемешаю и буду наслаждаться моим завтраком. Чижик нашел здесь блюдо, которое для кошки было предназначено, и уже здесь жует. Ну, а кошечка, конечно же, поела. И вот она где. Вот она здесь, да? Ну, конечно, кошечка ест, знаете, чуть-чуть, как говорят, как кошечка. Чуть-чуть. И, конечно же, Чижику еще досталось корма немного. Вот так вот. Ну, а я буду завтракать. Знаете, внучка моя уехала. У нее, конечно же, занятия. И она уже уехала. Я опять осталась одна. Но у меня особых на сегодня планов нет. Выезжать никуда не собираюсь, но, может быть, прогуляюсь здесь по местности. У нас здесь в поселке открылся магазин, супермаркет «Таврия». Не так давно я уже в него заходила за мороженым, может быть, вы видели, потому что здесь рядышком у нас есть маленький магазинчик, а если пройтись дальше, большой прекрасный супермаркет. И так как мне нечего делать, а мне нужна зарядка, променад, я думаю, что я все-таки прогуляюсь к супермаркету. Может быть, куплю мороженое, потому что мы с Маргаритой все съели. В основном Маргарита, то, что у меня было в запасах. Поэтому, может быть, схожу туда пешочком, не хочу машиной ехать, пока погода хорошая. Сейчас не жарко, и уже смотрю, солнце поднимается, становится тепло. Но пока не жарко, я думаю, я прогуляюсь. Вот. У нас, в принципе, в Одессе спокойно. Вроде бы не было воздушных тревог, во всяком случае, мне не было слышно. Потому что когда бывает тревога, то, конечно, у нас здесь слышно, и вы многие тоже слышали. Поэтому пока вот такая вот обстановка, тихая, спокойная. На море, конечно, у нас аншлаг. Я вам уже показывала, кто смотрел мое вчерашнее видео, знают. Я, конечно, на море оторвалась от души. Сегодня буду отдыхать дома. Ну и, конечно, как я уже сказала, будет прогулочка. Вот так вот, друзья. Приятного аппетита, кто за столом, кто с кофеечком. И не переключайтесь. Ели, попили. Кошкин корм почти доел. В общем, все хорошо. Жизнь продолжается. Бралась я за мороженым, и вот что я с собой беру.
два замороженных элемента, чтобы как-то это мороженое донести домой, и оно не размерзлось, не растаяло. Так что вот с такими элементами иду замороженным. Иду в тенечке. В тенечке нормально, а на солнце уже припекает. Так что днем у нас обещают до 25, и на солнышке уже очень даже печет. Ну, буду идти по тенечку. Везде идет уборочка, наводят порядки. А я иду вот по такому тротуарчику вперед. Автобусная остановочка. У нас тут автобус ходит. Но лучше, конечно, прогуляться, когда есть время и когда заняться особо нечем. Можно прогуляться и полюбоваться вот такими разными растениями, деревьями и так далее. Шла вот и начала выть сирена. Воздушная тревога у нас. Вот так вот. Так что не все спокойно. Сирены периодически воют, где-то что-то летит. Так что вот так. Несмотря на осень, начавшуюся, цветочки все равно цветут. Вот так. Ах, розочки такие красивые, просто прелесть. Ну а там целая клумба. Тут такая айва созрела. Посмотрите. Дерево айвы. Да, так разрослось. И столько плодов. Ну, а там, смотрю, орех тоже с плодами. Богатая пора, осень. Богатая на плоды, овощи, фрукты. В общем, богатая пора на урожай. А вот и наш супермаркет Таврия. Так, ну вот, что здесь интересного. Арбуз 20 гривен, огромный. Перцы 29,90, помидоры в такой же цене. И вот цены на овощи. Капуста 12,90. Огурчики 32,90. В общем, такие цены на овощи. А мы идем искать мороженое. Да, яйца, кстати, 4,09. Вот он, мороженое, большой выбор. Здесь пломбирчики разные. Ну, а здесь все остальное. Очень много здесь мороженого разного. Вот рожочки, которые я Маргарите своей внучке покупала. Вот они и стаканчики. Стакан великан, пломбир. А вот мороженое Сникерс, Марс Баунти. И есть даже скидочки есть. В магазине людей особо нет. Так, яйца эти подороже. 49,51. А еще есть перепелиные. 63 гривны 20 штучек. И пиво, то, что сейчас актуально в жару. Ну и мое любимое безалкогольное. А, пожалуй, возьму вот такую бутылочку. На нее даже скидочка
было 34 гривны, стало 26. Вот я набрала мороженого, пиво. Покупки сделаны, а теперь главное, чтобы мороженое не растаяло. Но я, конечно, взяла замороженные элементы и надеюсь, что домой донесу. Смотрите, как красиво смотрится вот такая вот семейка аистов. Конечно же, они искусственные, но зато красиво. Знаете, как приятно прогуляться, когда комфортная погода, тепло. И знаете, никого. Вот иду, и людей как-то особо нет. Ну, наверное, многие на работе, дети в школе, все при деле. Одна я тут ничем не занята, иду, гуляю. Так что гуляем, пока не похолодало совсем. Тогда придется больше сидеть дома. Меня встречает. И кто тут меня встречает? Мои красавчики. Все, я уже пришла. Пришла, я уже дома. Гулялась и жарко мне. Сейчас отдохну и мороженое съем. Немножко остужусь. Фу, ну что я вам должна сказать. Принесла мороженое, оно даже и не начало таять. Вот что значит, когда замороженные элементы были рядом. Ну и я сейчас, конечно же, в расслабухе. И сейчас срежу уголочек. И посижу, поем мороженое. Ой, какая прелесть. Вкусно. Называется хрещатик. Ну, очень вкусное мороженое. Чижик просит, чтобы я с ним поделилась. Да, Чижик? Вот так. Глазками смотрит. Еще один тут подтягивается на хлебник. Да? Их тут у меня много, этих нахлебников. Но мороженое им нельзя. Да, Чижик? Потому что ты можешь простудиться. Так смотрит, что я не выдержу, наверное, поделюсь. Друзья мои, желаю вам хорошего дня, настроения и всего самого-самого доброго. До новых встреч! Подписывайтесь и ставьте лайки. Пока! Да, Чижик любит мороженое, и кошка тоже. В общем, не знаю, сколько мне достанется, но с ними я уже поделилась.